Пешеходная дорожка возле дома 151 по улице Ленина несколько лет находилась в разбитом состоянии. Ходить по ней, особенно пенсионерам и мамам с колясками, было трудно, а после дождей и в темное время суток даже опасно. Предприниматель решил не дожидаться, когда подойдет очередь по плану ремонта до этого участка, и восстановил его сам. Ходишь с него, ну, ноги сбиваешь реально об эти камни все. Я здесь живу уже 2 года, и поэтому надоело, как деньги появились, я решил это просто сделать, ну, чтобы нормально было, можно ходить всем. Сказано, сделано. Предприниматель заказал машину с бетоном и нанял рабочих. Буквально за 4 часа 40-метровый участок тротуара преобразился. Жителями района оценили поступок. Молодой человек обрадовал нас, который проживает рядом с нами. Он позаботился о том, чтобы дорожка к нашему магазину в нашем доме была комфортной. Потому что до сих пор здесь был, конечно, очень ранимый и травмоопасный тротуар. Для всех нас. Спасибо большое Андрею. Кроме того, на этом участке предприниматель собирается провести освещение и отремонтировать дорогу, ведущую к дому. Он убежден, что решить все вопросы разом ни одному муниципалитету не под силу. Но социальная ответственность должна присутствовать у каждого предпринимателя. И такими небольшими, но нужными делами можно сделать родной город еще лучше и краше. Я хочу, самое главное, сделать обращение к предпринимателям города, чтобы посмотрели, чтобы каждый в том месте, где он может что-то сделать, чтобы делали сами. Чтобы, хочу запустить такую акцию по Анапе, чтобы, ну, украсть свой город или что-то в таком духе. Ну, реально, давайте уже сами делать то, что мы можем сделать для Анапы.